Ну, понимаем, что рабочее время, мы все успели, хотя, слава Богу, у нас достаточно людей пришло на открытие этой выставки. Восточно-культурный центр Института Востоковедения приветствует вас. Опять-таки я сообщу о том, что у нас будет отдельный вход. Вот уже практически с конца сентября мы планируем открыть отдельный вход, чтобы люди свободно проходили прям с Варсановского переулка, чтобы не мучились по этим коридорам. Сегодня уникальная выставка, и я очень благодарна и фонду культурного наследия Грибоедову, и также мастерской 18 с московскими талантливыми художницами. В основном это представители московской школы живописи женского пола. Мы уже не первый раз работаем, и именно вот эта мастерская 18, она дала толчок открытию нашего фонда, нашего центра. Самая первая выставка 20 апреля, которая открылась, мы как раз представили «Восток» глазами московских художниц. Сегодня выставка Грибоедова. Грибоедов неоднозначная фигура, но преданный вам. На самом деле Грибоедов был предан России. Это известный востоковед, дипломат, поэт, писатель, музыкант. Я предоставляю слово президенту фонда наследия Грибоедова Алексею Сергеевичу Чуркову. Спасибо большое. Мы создали фонд культурного наследия Александра Сергеевича Грибоедова 5 лет назад. За это время мы прошли, ну, я считаю, что большой серьезный путь. Вот сейчас выставляемся благодаря Центру восточной культуры здесь, в сердце Москвы. Для чего мы создали этот фонд? Для того, чтобы популяризировать, а сейчас мы уже переходим на другой уровень изучения культурного наследия великого русского дипломата и драматурга Александра Сергеевича Грибоедова. Для нас Грибоедов не неоднозначная фигура. Для нас Грибоедов однозначная фигура. Потому что мы считаем, что Грибоедов – это один из величайших дипломатов, сделавший очень много для развития международных отношений, для развития русской культуры, литературы и других областей, вплоть до экономики. Он создал великолепный проект о развитии закавказской компании. Это проект, по сути дела, региональная кооперация тех регионов, которые попали под владение Российской империи. Еще хочу сказать о том, что вокруг нашего фонда объединилось очень много людей интересных, творческих, ученых, специалистов, востоковедов в том числе, преподавателей русского языка, литературы, художников, театралов. Мы объединили их в Арт Грибоедов клуб. Мы часто собираемся, устраиваем грибоедовские балы, устраиваем выставки, квесты. Сейчас выставка, посвященная Грибоедову, открыта в Центральном офицерском клубе военно-космических сил Российской Министерства обороны Российской Федерации на улице Павловская, дом 8. Вы тоже можете посмотреть выставку. Поэтому некоторые экспонаты... Да? Некоторые экспонаты, конечно, у нас остались там, потому что там есть условия хранения. Почему я говорю о тех экспонатах? Дело в том, что на аукционах мы покупаем те свидетельства грибоедовской эпохи, раритетные книги, экспонаты, портреты, которые сохранились, которые хранили коллекционеры, и там они выставлены.
Еще хочу сказать, что этот проект называется «Творчество поэтов-дипломатов XIX века». Он поддержан фондом президентских грантов. И я хочу сказать, что мы многим открываем глаза на то, что, оказывается, дипломатом был Александр Сергеевич Пушкин, Федор Иванович Тютчев, Батюшков, Дмитрий Долгоруков, Алексей Константинович Толстой. Мы забываем о своей истории, о дипломатической истории России, великой дипломатической истории. Наш министр иностранных дел Сергей Лавров, он сказал, что на дипломатической службе служили очень достойные, талантливые и даже гениальные люди. И к ним он отнес в первую очередь, конечно, Александра Сергеевича Пушкина, Федора Ивановича Тютчева и Александра Сергеевича Грибоедова. Также очень интересно высказался бывший премьер-министр России, и он был начальником службы внешней разведки Примаков, который сказал, что действительно поэты-дипломаты XIX века работали на службу внешней разведки. Поэтому у нас сегодня в такое непростое время, я думаю, что символично даже так совпало, когда патриотические силы России объединяются перед внешними вызовами, а мы сегодня открываем выставку, посвященную поэтам-дипломатам XIX века. Это какое-то вот такое совпадение. Далее, я хочу, чтобы мы отдали дань большого уважения художникам мастерской 18, объединение московских художников, с которыми мы в коллаборации устраиваем уже вот вторую выставку. Очень интересное получилось взаимодействие, когда наша документальная основа подкрепляется художественной основой. Я благодарен художникам, которые откликнулись на наш призыв, и мы создали целое, сейчас готовится каталог к выпуску, целое художественное путешествие Александра Сергеевича Грибоедова. При помощи фонда президентских грантов сотрудники фонда культурного наследия Грибоедова нам посчастливилось побывать практически во всех местах, где служил Александр Сергеевич Грибоедов. Мы недавно вернулись из Армении, из Грузии. Перед Новым годом побывали в замечательной поездке по Ирану, ездили в Тегеран, ездили в Табриз, где в 19 веке, в начале 19 века располагались иностранные миссии иностранных государств Персидской империи. И очень интересная поездка в Тегеран, она нам позволила составить маршрут из центра Тегерана к месту гибели Грибоедова, к разгрому русской миссии, русского посольства в Тегеране. Не так-то просто найти это, и вот как раз начинается этот фильм, я буду говорить, а он так будет там транслироваться, и многое можно увидеть. Мы стараемся не просто так путешествовать по миру, по местам служения Грибоедова, а именно попадать в то время, когда он там был. Например, в Тегеране мы были в зимнее время, когда путешествовал сам Александр Сергеевич Грибоедов, путешествовал из Табриза в Тегеран и обратно. Также и в другие места. Должен сказать о небольшом нюансе, о том, что художники, они представляют путешествие Грибоедова, таким, будем сказать, живописным, красивым. Когда мы составляли свой каталог, объединяли документальную грибоедовскую основу с художественными картинами, получается какое-то немножко несоответствие, потому что у Грибоедова немножко, жизнь была не такая радужная, а серьезная и суровая, будем говорить, в Тегеране, он там не развлекался. И, я думаю, в последующем мы с художниками найдем ту тональность, которая может позволить нам создать настоящее путешествие Грибоедова во времени и пространстве, по всему евразийскому пространству. Далее, мы недавно закончили, буквально несколько дней назад, такой всероссийский фотоконкурс по местам
поэтов-дипломатов XIX века. И разрешите мне наградить победителей нашего всероссийского конкурса. Можно я уже начал? Потом получается, что у нас есть, извините, пожалуйста, у нас есть победитель конкурса, ему 13 лет. И он попросил, чтобы мы должны отпустить молодого человека. Мы вручим. Хорошо? Так. А вы его не назвали? Ну вот сейчас я назвал бы его. Сосипеч вам поможет. Так, я приглашаю победителя конкурса, всероссийского фотоконкурса «Мое путешествие по России, местам поэтов-дипломатов XIX века» Тугучева Ефима Максимовича. Максим награжден также еще фирменным сертификатом. Мы тебе его, Ефиму, дарим. И обязательно мы его активируем в электронном виде. У тебя будет свой подарок. Пожалуйста. Не говорите, что это? Нет, нет. Возьми эмоции, да. Пожалуйста, я передам, а потом продолжу. Просто у нас лекция как раз в это время нашла. На открытие предоставляется слово Олегберову Колобековичу, директору института нашего, очень креативному человеку, чья идея была создать именно Восточно-культурный центр и представлять культуру стран Востока, религии стран Востока более широкому кругу. Я прошу прощения, что не с самого начала, вот, немножко запоздал, но я хотел поприветствовать вас всех. Это становится уже традицией. Вот, какие-то постоянно у нас меняются экспозиции, и это всегда радует, потому что, мне кажется, в условиях, когда пытаются отменить русскую культуру, российскую культуру, русскую культуру, вот работа в этом направлении, я бы даже сказал, выступательная, проактивная работа, она очень важна. Я хотел несколько слов про Грибоедова сказать, хотя, конечно же, я специалист по Грибоедову, вот вы, как руководитель фонда, гораздо больше. Знаете, ну вот я как историк, в том числе историк Кавказа, хотел сказать, в каких сложных условиях работали тогда наши дипломаты. И многие из них были либо офицерами, либо вот, писателями, поэтами. Вот, и это дворянское сословие было, и, конечно же, они, фактически служа Отечеству, совершали подвиги. Хотели они, не хотели, но так получалось, что они в этих условиях, в тех условиях сложных, когда на Россию со всех сторон, фактически вот вспомните вот ту эпоху, да, вот если мы унесемся в начало 19 века, что тогда происходило? Тогда Россия воевала на двух фронтах. С одной стороны, это был Европейский театр военных действий, это было нашествие Наполеона. И фактически в то же время мы воевали с Персией на юге, на южном фронте. И я хочу сказать, что если есть какая-то, конечно, доля какого-то такого, знаете, вот неудовольствия, я бы сказал, неудовлетворенности, потому что мы все знаем героев Отечественной войны, 19-го года. Но мы совершенно не знаем героев российской войны. А между тем, там Петр Котляревский, который был не меньше Ермолова там, или, там, и так далее, других каких-то героев. Да? Мы, к сожалению, вот как-то недооцениваем, а при этом нужно понимать и помнить, что, конечно же, там было 300 лет, начиная с 15 века, с ифивитского времени, на Кавказе, на Восточном Кавказе был период очень жесткого такого реванша, там были религиозные войны, там убивали за то, что верили не так, как хотели сифивиты.
И потом уже к началу уже был Надир-Шах, это уже другая династия. Но даже вот в начале 19 века мы видим, что в общем в 13 году был заключен очень важный Гюристанский договор, по которому фактически весь Восточный Кавказ, включая Дагестан в том числе, стали частью России. Вот. И фактически вот сегодня то, что вот дагестанцы и, там, и другие народы Восточного Кавказа, вот, они вот отстаивают и служат, и, соответственно, вот даже я здесь стою перед вами, как директор этого института. То есть это все связано с началом 19 века, с событиями, которые завершились вот этим договором. Гюристанским договором 1813 года. Но это был не конец войны, там все события продолжались, и фактически вот в 28 году был заключен другой очень важный договор, Туркменчайский. И вот убийство, собственно, Грибоедова, которое состоялось в 29 году, ровно через год, это, конечно же, месть, это вот озлобление вот этих масс, фундаменталисты, они не только среди суннитов есть, но и бывает еще шиитский фундаментализм. Вот, собственно, вот, ну, я так глубоко, вот, глубоко тут историки знают, я не историк этого периода, но я просто хочу сказать, что когда мы смотрим документы, читаем, смотрим, мы всегда находим в 18-19 веках вот, царского времени, имперского периода, наших дипломатов, которые были на очень высоком уровне. И эти люди, они осуществляли вот такую коммуникацию и обеспечивали фактически, я бы сказал, очень много даже рукописей там покупалось, перевозилось, отправлялось. Вот Санкт-Петербургский был тогда созданный Казимбеком, тоже, кстати, иранцем. Азиатский музей, там очень много рукописей, которые были в свое время куплены нашими дипломатами, поэтому на дипломатах лежала очень тоже важная такая культурная функция. Поэтому сегодня, чествуя Грибоедова, вспоминая о нем, мы выполняем наш долг – помнить о наших героях и как бы вот сохранять такую связь времен, которая, собственно говоря, и делает нас людьми современными, культурными. И вот культурная нить, которая не должна обрываться при всех отменах, консолейшенах, которые нам пытаются навязать, чтобы вот эта нить, она всегда, культура всегда продолжалась. Потому что именно культура делает человека человеком. Спасибо. Алексею Сергеевичу, как вы завершите, не завершите, а как бы награждение, завершить награждение. У нас еще впереди еще, наверное, представители мастерской 18. И как сказал наш директор, почему в самом начале я отметила, что Грибоедов для меня, как ирониста, неоднозначная фигура, но из-за именно Туркменчайского, Гюристанского договора, и поэтому в Армении его воспринимают, Грибоедов имеет один образ, в Грузии другой, в Иране третий, в России четвертый, но то, что Грибоедов был истинно предан России, это, конечно, в этом спора нет. Дорогие друзья, я тоже тогда продолжу это заочный обмен мнениями. Мы заметили, что случается так, что когда обостряется ситуация между Россией и евразийскими государствами, больше всего страдают памятники именно Грибоедову. Так случилось в Ереване, так случилось в Тбилиси. 2020-2021 год страдают памятники Грибоедову, и на памяти Грибоедова националистически настроенные элементы в этих государствах вымещают, или не вымещают, а как бы высказывают свое отношение к России. Мне кажется, что мы должны быть выше вот этих вот перепалок, а смотреть на мир шире и
мы должны с помощью наследия Грибоедова осваивать это огромное евразийское пространство, тем более, что Грибоедов считал себя полуевропейцем. Он всегда говорил о том, что мы поколение испорченных полуевропейцев. Поэтому и Грибоедов считал себя и азиатом в том числе, и прекрасно знал те языки, на которых, на территории которых государство он служил и работал. Итак, дорогие друзья, я хочу, я хочу продолжить награждение. Прям замысел. Следующим победителем всероссийского фотоконкурса «Мое путешествие по местам поэтов-дипломатов» награждается Правдивцева Татьяна Витальевна. Дорогие друзья, значит, диплом победителя фотоконкурса вручается Могиной Анне Олеговне, победителю фотоконкурса «Мое путешествие по России. Местам поэтов-дипломатов 19 века». Вам тоже будет вручен сертификат, специальный сертификат. Да. Вот Анна Викторовна, подойдете, она вам активирует. Я фотографирую и отправлю. Пожалуйста. К сожалению, мы вручаем сертификаты, но по условиям конкурса и фонда президентских грантов мы вручаем сертификаты, ну это будем говорить так, призы, только учащимся, ну и студентам. Далее, пожалуйста, приглашаем победителя Полухову Наталью Евгеньевну. Зачем тут слава? Еще две грамоты. Этот человек очень помогает фонду Грибоедова во всех наших начинаниях. И я хотел бы обязательно наградить его. Таран Дмитрий Михайлович награждается почетной грамотой фонда культурного наследия Грибоедова. Сразу чувствуется человек военный. Так, дорогие друзья, мы не можем обойти стороной хозяйку нашего мероприятия. Почетной грамотой фонда Грибоедова награждается Лана Раванди Фадаи. Ну, тут все не так понятно. Все в работе. А можно туда подняться? Да. Помедленно, я записываю. Да. Спасибо за помедленно. На этом мои награждения закончились. Я предоставляю слово Цветковой Алле Владимировне. Она представляет мастерскую художников, мастерская 18. Очень много сделали художники для открытия этой выставки. Я вручаю все эти благодарности по выставке, которую мы с мастерской 18 осуществили в Звездном городке, в Доме космонавтов. Всем художникам большая благодарность за то, что вы следуете по следам путешествиям Александра Грибоедова по Евразии. Спасибо вам. Так получилось, что
эту выставку мы проводим уже в третий раз с фондом. И с самого первого дня нас сопровождают какие-то великие события. Заехали мы в это здание Восточного культурного центра в День Москвы. А сегодня я вас всех хочу поздравить с Международным днем мира. И мы, как художники, стараемся быть всегда в гуще событий. И берем, конечно, для себя довольно-таки сложные темы. Конечно, я не одна. Нас в нашей творческой мастерской, мастерская 18-23 человека. Я хочу пригласить всех наших художников сейчас на сцену, чтобы вы видели всех, кто работал над этой выставкой, кто писал эти живописные картины по заданию центра Грибоедова. Девочки, это не пушивайте, давайте, хороший фотка, на сцену, давайте, пускай все знают героев лицо. У нас есть еще один мужчина, мы его очень бережем, он у нас единственный, кроме творческого руководителя, очень Андрея Евгеньевича. И я сейчас хочу передать слово еще Ирине, она у нас... А можно вы для нас еще раз всех назовете? Для истории как бы. Да. Давайте каждый раз сам представить. Или да? Давайте так, да. Цветкова Алла. Давайте. Мазутов Роман. Ирина Руденко. Летникова Светлана. Девочки, подходите к микрофону. Ольга Хомич. Ольга Хомич. Аксенова Ольга. Аксенова Ольга. И Козловская Лиана. Козловская Лиана. На самом деле нас больше, но сегодня смогли прийти вот... Добрый вечер. Я очень рада сказать несколько слов от нашей мастерской. И действительно, мы уникальное объединение, у нас 26 человек, 25 женщин, один мужчина, и мы ведем активнейшую работу на ниве продвижения Московской художественной школы живописной. Мы за 4 года, мы 4 года существуем как объединение, мы провели около 16, а может даже больше уже выставок. И только в этом году, в таком сложном для всех нас году, начиная с февраля, мы сделали 4 больших проекта. Мы работаем не только с фондом Грибоедова, мы работаем с фондом поддержки развития малых городов России. И в этом году, именно в этих стенах, мы провели выставку, которая называлась «Восток и нежный блестящий». Эта выставка была посвящена творчеству Николая Степановича Гумилева. Работая с фондом поддержки развития малых городов, мы побывали в Бежецке, мы побывали во всех практически местах, связанных с именем Гумилева, и в прошлом году на Арбате мы представили выставку 70 работ, посвященных его творчеству. И потом наши картины оказались как основополагающая коллекция нового дома, музея Бежецкий, дома поэтов. То есть мы считаем своим долгом, как достаточно взрослые, зрелые люди, не молодые студенты, пришедшие в живопись, а как уже сформировавшиеся личности, знающие культуру, историю нашей страны, участвовать в крупных художественно-литературных проектах, в региональных проектах. То есть мы хотим, чтобы наша живопись находилась не только в Москве, уже это нам не совсем стало интересно. Мы хотим выставляться в таких городах, как Липецк, Бежецк. Сейчас мы выставляемся в маленьком городе, не городе, поселке Остапово. Туда мы приехали с выставкой, посвященной народному художнику России Сорокину, утверждая красоту этого выставки. И если вы обратите внимание, все наши работы связаны некой единой общей идеей. Это именно Московская школа живописи, которая привлекает ваше внимание, делает акцент на живописное пятно. Мы немножко отвлекаемся от формы, но мы концентрируемся на создании сложного живописного пятна, что именно характерно для Московской школы живописи, нашими, как можно сказать, учителями, генеалогическими учителями являются Роберт Фальк, Грабарь, Кончаловский, кто еще, девочки? Коровин, да, то есть мы стараемся сохранять. И, может быть, иногда вам покажется однообразным эта живопись, но это наша любовь, это наша манера. Мы ее сознательно культивируем, изучаем. И во всех наших выставках есть вот этот прекраснейший живописный акцент,
который, может быть, знаете, не говорит там, вот, как вы, Алексей, сказали, о той жизни, которая была у Грибоедова, более такой, ну... Ирина. Да, да, подниму, как могу. Вот, но для нас очень важно, чтобы вот те тени прошлого, которые проходили по этим прекрасным улицам, до сих пор они и проходят по ним, и мы как будто продолжаем общаться с ними.